Мои хорошие, всем привет. Мартышкам, не мартышкам, обезьянкам, не обезьянкам, всем привет. Давайте с вами поздороваемся, как всегда, с петушком. Петушок, ну что ты молчишь? Я не молчу, я уже давно все сказал. Всем здрасте. Всем здрасте. Ну, молодец, ну все, молодец, молодец. Что я могу сказать? Молодец, сосет конец. Я не молодец. Так, пройдем на нашу болталку. Всем еще раз привет. Вот такая погода. Ну, какие-то, я не знаю, пасмурно. Что-то у меня есть подозрение, что будет дождь. Тишина, покой. Машин пока что мало, все на работе. Ну, как всегда. Ну, я не знаю, где, короче. Где-то, может быть, и где-то. Может быть, где-нибудь гуляют на машине. В машинах. Вот такая наша погода, кстати. Ну, так тепленько, тепленько. Утром было, как всегда, прохладно. Блин, печально, печально, конечно. Что на выходные обещали дожди. Печально. Вот еще что печально, что у меня бананы заканчиваются. Ну, совсем ужас. А, один туда упал, прикидываете? От меня банан убежал, представляете? Я в шоке. Вот как мне там его доставать? Вау! Нифига он встал прям. О! Ну, короче, я сегодня слопала уже столько бананов. Вот осталось опять 3 штуки. Я не знаю, как у меня получается, короче, я ем бананы. Вот, это вообще какой-то переспевший. Все равно съем. Короче, я не знаю, как у меня получается бананы. Короче, я их ем-ем, у меня получается в остатке всегда 3 штучки. 1, 2, 3. Смешно. Почему не 2, почему не 1, всегда 3? Ну, 3 съем, да и ладно. Хорошо, хоть сколько-то. Мне что, в магазин впадлу идти. Вот бы кто-нибудь сходил бы, да? Мои дорогие подписчики, я так по вами соскучилась. Я так вас люблю. Я так вас обожаю. Вы у меня самые лучшие. А я так люблю YouTube. Да, кстати, YouTube, привет. Кстати, всему миру привет. Причем здесь даже YouTube. Всему миру. Всему миру. Давайте посмотрим с вами на небо. Вот так я люблю стоять на болталке и смотреть на небо. Вот. Ну и думать о том, о сём, о бананах тоже думать. Люблю. Сколько у меня там бананов осталось, вообще мало. Короче, говоря, в следующий раз придется, наверное, ящик покупать. Целый. Целый ящик. Ой, мой любимый балкон. Обожаю стоять, думать. О том и сём, боси-боси. А, тусим-боси. О том, о сём. Ну, не знаю. Снимать, конечно, нечего. Только вот солнышко пытается прорваться из-под небес. Давайте с вами прикроем окошечко, потому что все равно же не жарко. Позже закроем, позже еще заглянем. Да, петушок? Да, да. Толку тебя, хоть бы яйца снес. Или бананы бы купил. Давайте с вами самое главное. Мы так давно все-таки не видели Гошу. Мы же давно не видели. В общем, давайте, мои хорошие, сейчас я налью водичку сюда. Теплую. Да, можно, кстати, не в туалете это сделать. Давайте здесь. Нальем водичку. Ля-л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 я. Я сейчас вас положу немножко. Давай. Водичку спустили, тепленькую набрали, потому что она холодненькая. Ну и такую можно, и погорячее даже можно. Так, водичку набрали, давай, прям кипятище!
Прям баньку такую наберем с вами. Закрутим эту бутылочку. Закрутим с вами бутылочку. Кстати, а туси-боси растопоси. Совсем забыла. О, моя любимая кружка, кстати. Обожаю. Кстати, вот налила. Кстати, хочу вот таких двух попугаев. Ну, как на рисунке. Так, водичка, кстати, тепленькая. Остыть не успеет. Вот она. Приготовили. Кстати, что хотела вам сказать? Вот эта фигня, короче. Ну, я так вам и говорила. В каком-то видео я вам говорила, что, во-первых, он нифига не острый. И кислятина уксусная. Такое ощущение, что ешь уксус. Ну, реально, вот реально уксус. Ну, вот сейчас я покажу где-то. Блин, я не знаю. Так, кофе. Рис. Вот, такое ощущение, что вот. Вот, такое ощущение, что вот. Все эти, как говорится, ну, эти все кетчупы какие-то вот такие уксусные кислоты, блин. Я не знаю. У меня прям злость. Меня это бесит. Вот реально бесит. Не знаю, вас что-нибудь раздражает вообще? Вы что-нибудь купите? А оно говно. Мало то, что деньги за это еще платишь, свои деньги платишь. Оно получается говно. Мало то, что не остро. Ну реально не остро. Еще кислятина. Ну ладно, мои хорошие. Вот клеточка. Давайте попытаемся вспомнить. Это Гоша. Вот. Гоша. Это Гайка. Кстати, катается. Давайте попытаемся с вами им горшочек помыть. Подносик. 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 Дверь откроем. Дверь закроем. Дверь открыли, дверь закрыли. Так, он не сильно грязный, надо помыть. Давайте с вами сполоснем поднос. Не знаю, в комнате они как-то говорливее. Здесь что-то как бы на кухню отнесла, они что-то молчат. Высыпаем. Вот, в унитаз. Китайцам. Подарок. Помоем. Учусь держать камеру и мыть одновременно. Я как бы это не делала. Опыта у меня как бы не сказать, что опыта, но учусь, я учусь. Не надо меня ругать. Ругать меня не надо. Так. По одну помыли. Давно не видели Гошу. Гоша, как вы знаете, это мой муж. Самый лучший муж. Блин, этот подносик надо вставить. Я его жена. Конечно же. Давно, да, я вот их не снимала. Давайте с вами их заснимем. Наших любимцев. Вот. Гоша, всем привет скажи. Я сказал, задницей повернулся. Вот их игрушка. Помните, я рассказывала, что они играются? В общем, Гоша такой у нас извращенец. Пытается юбку, короче, с нее снять. Пуговички. И галстук вот этот снести с этой проводницы РЖД. Ну, это вообще смешно. У него, конечно, еще не получается, но как-то нет. Юбку он как-то снял с нее клювом. Извращенец. Бедная проводница РЖД. Ой. Гоша, как ты можешь мне изменять? Как ты можешь мне изменять? Как ты посмел ее раздевать, юбку с нее. Ужас. Вот,
горшочек немножко сполоснули. Так-то более-менее. Мыть я, конечно, одной рукой все потом помою. Сейчас мы с вами, мои хорошие, еще раз на них посмотрим. И вот эту бутылочку, которую я налила, давайте попытаемся их приручать вместе с вами. Вот. Потому что сюда бассейн, я им как бы миску еще пока не ставлю. Купаться они у меня не умеют. Они пока еще боятся. Давайте вот эту бутылочку, которую я приготовила, будем брызгать. Вот так я их приручаю мыть. Гоша, смотри. Гош, ну правда, он, но они водичку вообще по природе не боятся. Вообще они любят. Вот так и вот такими брызгами я его начала приручать. Ну, довольно где-то уже, ну, третий или четвертый день я приручаю. Потихонечку приручаю. Вы знаете, может, ему даже нравится. Гайки тоже. Вон, Гайка. Гая. Ну, хоть бы что-нибудь сказали бы. Ну, камеру стесняются. Мои любимые стесняются на камеру. Блогеры начинающие. Новички. Новичков всегда можно простить. Они же только начинают все процессы съемок. Новичкам всегда простительно, да, Гош? Вот так, давайте поближе их побрызгаем. Вот так мы приучаемся мыться. Вот. Вот так мы моемся. Пузико. Пузико. Вот. Вот. Ну, он немножко, конечно, будет убегать. Вы не... Ну, приручать нужно обязательно. Потому что у них же и пыль. Вот, и лапки надо сполоснуть. Вот решила вам показать, как я их приручаю. Можно сильно намочить. Ну, как вот они вот сами переносят. Можно сильно, можно слабо. Вот гайку. Вы не бойтесь, я им ничего такого страшного не делаю. Мои подписчики, вы не бойтесь. Они, вот эти брызги, не больно. Ну, вон водичка. Не больно, вот. Раз, раз, за одной клеткой, кстати, от пыли. Водичка теплая. Да, Гош, смотри, балдеет. Ну, они, видишь, как бы приручаются. Видите, да? О, будь здоров. Давайте еще помочим. И они будут сохнуть. Давай-ка, Гайка, еще. Где-то там. Опа. Клетку я немножко потом вытру. Опа. 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 Опа, 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 опа. Все, пока что похватит. Ну, скоро потом еще сейчас намочу. Вот таким я и стала заниматься. Их же надо приручать купаться. Потом я им, конечно, поставлю, ну, как бы, мисочку. Такую не сильно глубокую. И туда буду наливать, конечно, им водичку. Ну, конечно, я буду ее убирать, потому что, ну, она им будет в клетке мешаться. Вот. Им на самом деле, я думаю, что им нравится. Они вообще по природе-то любят купаться, попугайчики. Что волнистики, что карелы. Вот. Вот они. Очень великолепно себя чувствуют. Вот так я его потихонечку приручаю к водичке. Вот такие дела. Вот, давай еще побрызгаем. Давай еще побрызгаем. Вот, вот, вот. Вот. Опа, опа, опа. Как обезьянка лазит. Вчера такое заметила в клетке. Такой лазит, ну, короче, вот так наверх, наверх, наверх поднимается, вот так. Ну, вот так. Наверх, 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 наверх. И потом Гоша вот так слазил, вот так, низ головой, вот так. Вот так слазил низ головой, представляете? Мартышки. Так, Гоша, перед мы хорошо намочили. Вот еще бы еще тебе спинку. Вот так потихоньку приручаются они. Водички. Опа. Опа. Попку давай. Так, давайте вашу
РЖД-проводницу. Опа, 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 тоже, чтобы они не пугались, чтобы они привыкали. И вот они потихоньку должны приручиться. Потихоньку, потихоньку. Ну, там же надо тоже их подправлять. И от пыли там, знаете, да? Им же тоже нужна водичка. Потом сюда я им поставлю миску. Ну, вот, этот колокольчик я сниму. Сейчас покажу вам. Вот этот колокольчик я сниму, перевешу. И... вот сюда поставлю я миску, и они будут мыться. Но это потом. Сейчас только брызгами я их приручаю. Таким легким дождиком. Ну, конечно, вот. Отряхиваю. Так, Гоша, отряхнулся бы. Гоша. Вот, видите, качели снесли. Видите, как катались? Вот, искривил качели, надо будет подправлять. Вот, видите, наискосок. Прыгают, как обезьяны. Все грызут, прыгают. Хотите, я вам еще, знаете, что покажу? Новенькое, что у них случилось. Покупала лестницу. Ну, это вот эта ихняя такая. Смотрите-ка, что они сгрызли. Ой, 400 рублей лестница стоит вот это. Вы не поверите, 400 рублей. Ну, это, видите, какашки, ничего страшного. Вот видите, все вот здесь съели. Это все съели, представляете, съели. Вот эти палочки, которые были, да, на лестнице. Смотрите, они все съели. Ну, ничего страшного. Веточки надо им еще. Планирую им, короче, с дерева сорвать веточки, сполоснуть под краном и дать им в клетку. Покупать я, конечно, ветки не буду. Надо самим. С какого-нибудь дерева, которое им как бы можно, разрешается, допустим, да? Можно сорвать там яблочко, там яблоня какая-нибудь, дерево там поискать, липа. Ну, какое-нибудь там фруктовое дерево, можно персиковое, там вишневое. Можно сорвать веточки, планирую им в клетку положить и пускай грызут. Ну, как бы вот это все равно они все будут грызть. Они игрушки все равно грызут, они лестницу, они это все не то что грызут, они это едят. Потому что здесь вот эти палочки не валялись у меня внизу, которые они сгрызли. Вот. Ну так, ладно. Все, вот это надо покупать. Видите, все сгрызли. Вот. Видите? Зубы, как они клюв. Ой, я хотела сказать зубы, клюв, видите? Точат. Вот, ну все, прощаемся с РЖД. С нашей сексуальной проводницей. Гоша, кстати, любит об нее ласкаться. Так, водичка есть? Все есть. Потом налью еще. Корм у них есть. Вот кормушки ихние. Все вроде есть. Мелок. Все на месте, все есть. Игрушки все на месте, зеркала все на месте. Я перед вами отчитываюсь. Ключики на месте. Гоша на месте. Гаечка на месте. Вот. Да, Гошенька? Да, Гошенька? Все на месте, перед вами отчиталось. Зеркальце на месте. Так, давайте еще побрызгаем. Опа, опа, опа. Гош, не бойся, опа, опа. Вот обезьянка. Так, ну все, не буду я больше брызгать, на сегодня хватит. Ну, может быть, еще спинку. Опа, спинка. Вот, смотрите, смотрите. Опа, опа, опа. Давайте вот так. Все, хватит на сегодня. Так, водичка вот. Водичку с вами поставим. Вот. Вот так я их приручаю. Мокренькие, конечно, подсохнут сейчас. Вот дерутся, как всегда они. Дерутся. Колокольчики у нас рабочие. Все нормально, все на месте. Вот, но они, конечно, сейчас, я же их сейчас немножко брызгала, приручала к водичке, они немножко молчат. Ну, потом, конечно же, я вам покажу, как они лялякают. Ля-ля, ля-ля, тополя. Так, колокольчики у нас все на месте. Они, бывают, эти колокольчики снимают, кстати. Вот прям снимают как-то и кидают. Все на месте.
Все на месте, Гош. Ха, я сейчас у тебя украду, Гоша. В общем, так. На месте птички. Живы, здоровы. Все, они здесь. Я думаю, что вы рады их были увидеть. Рады были послушать их новости. Вот, приручаю их. Вот. Приручаю. Ну, гайки с глаза, надо глазик лечить. Не знаю, если, конечно, вылечится глазик, то это. У них бывает, может, и не вылечится глазик. Ну, ладно. Петушком пока-пока. Пока, скажи, петушок. Всем пока, всем пока. До скорой встречи, мои все любимые люди, ребятушки, человечки. Да. Окошечко заглянем. Сейчас они будут, попугайчики будут сохнуть. Я их унесу в комнату. И они будут там чирикать. На небо посмотрим с вами, мои хорошие. Мои любимые. Я думаю, попугайчикам вы соскучились. Потому что давно я вам не рассказывала. Про новости попугаев. И давно я вам вообще их не показывала. Вот так они приручаются. У меня мыться, потому что к воде не надо резко их приручать. Резко не надо. Вот. Все. Все. Вот. Такие дела. Где ты там, Гоша? Гош! Вот. Как обезьянки лазят. Всем пока-пока.